ребят, поднялись на самый верх, и тут вот такая вот тема. Всем привет, это Руденко. Заработная плата. Точка зрения. Такие вот ромашки на горах. Ну что, oh, Люля? No, my bag's falling. Actually, if you will bag will fall, will be not fine at all. Say, oh, geez, there it goes. Ну что скажешь? Как тебе? Чуть-чуть, да? Наверное, потому что ты рюкзак свой не тащила. Продолжаем двигаться по зеленке, вот туда вверх и где-то вот на тот пик. Еще, наверное, часа два будем двигаться, да? Let's go. Красиво, конечно. Нам сегодня повезло с погодой. Все сухо. Thank you.
и пришли мы вот отсюда, где-то там мы припарковали свою машину. Немножко осталось. Ребят, поднялись на самый верх, и тут вот такая вот тема. Все затянули облака. Полностью все затянуто облаками. В конечном итоге мы дошли до пика. Устало? И вот что мы видим. Облачность. Облака затянули полностью все. Вообще ничего. Ну что? А вот и наш геопункт с отметкой высоты, где, собственно, мы и находимся. Добрались с пика. Как тебе американское граффити? И сверху такая линейка. А что это такое? Это джин какой-то или что-то? Это ребята, которые сюда пришли. Не, это бурбон. Как напились? Это каждый раз кто-то приходил сюда с бутылкой бурбона. По легенькой, пивко, всякое такое. Мы сейчас тоже что-то оставим. Да, мы сейчас тут что-то смотрим. У нас есть что-то? Не знаю, посмотрим. Ребят, если вы когда-нибудь будете на Гавайи и решите приехать, пройтись на хайк на... Stairs to Heaven. Это, ребята, прикольно. Берите хорошую обувь, много воды. Чуть-чуть пива. Чуть-чуть конфета. Хорошо, выспитесь и будьте готовы убить на этот как минимум целый день. Но самое интересное, не переживайте по поводу разочарования, если вы придете сюда, а у вас вот такая погода и облако полностью все затянуло пеленой. И вы вообще ничего не увидите. We'll be right back.
нашей прогулки заканчивается походом через бамбуковую рощу. Такая темнота, очень красиво. Такое стрёмненькое местечко, чтобы не спалиться местным секьюрити, который охраняет территорию снизу под лестницей. Мы ходили гуляли, и вот наконец-то цивилизация. Боже, я так рада этой стоянке. Ну что, вызываем такси? Да. Вот она, долгожданная стоянка.